الأخت تسأل أيضا عن الحجاب Часто задают вопрос о хиджабе и обязательно ли закрывать هل лицо. يجوز تغطية الوجه أم لا؟ كثر Мнения السؤال людей عن هذا الأمر. разделились. وتطرف Одни الناس утверждают, что это не является частью ислама, что это фанатизм, обычай, являющийся отличительной особенностью некоторых стран. Они не знают священных писаний, в которых говорится о том, что женщины из ансаров после неспослания аята про хиджаб закрыты были настолько, что было непонятно, стоят ли они лицом к тебе или отвернувшись. Другая группа людей говорит, что ученые, которые вынесли фетву женщинам о дозволенности открывать лицо, изучили мирское и хотели проявить лицемерие и угодить. Это неправильно. Дозволяется открывать лицо. Так как имеются установленные цитаты, разрешающие открывать лицо. Есть единогласное мнение ученых, что если есть опасность смуты, совершение греха из-за того, что она чрезмерно красива, или находится в плохом месте и так далее, то ей необходимо закрыть свое лицо, чтобы не ввести в грех себя и других. А если же нет опасности смуты, или есть опасность смуты в закрывании лица, то тогда женщина должна открыть лицо, и не должно быть на лице макияжа. Можно сделать вывод, что в странах, в которых распространено закрытие лица, если открыть лицо, это значит подвергнуть себя и окружающих опасности смуты, так как люди не привыкли видеть лица женщин. А страны, в которых является обычным явлением открытие лица, если же не будет на лице макияжа, которое привлекает взоры, то тогда можно ей открыть лицо, ведь стыд — ветвь из ветвей веры, а Аллах лучше знает.